Итак, уважаемые, всем привет. Ёпта. Вот, как обещал, второй ролик по этой игре, потому что по первому ролику, который я записал, вообще не было понятно. Ебануться, ни хрена тут дел. Ох ты, здравствуй. По первому ролику, собственно, особо понятно не было в плане геймплея, поэтому вот решил с того же места, собственно, продолжить. Ай, посмотреть, что будет дальше. Охренеть вообще. Ну зашибись, блин, вот помогал, мне и сдох, ёпсель. Поход делает обычное дело. Бля, что сказал, сам не понял. О-о-о. Ой, мать! Протараним, нет? Да, ну как я уже говорил, ролики, конечно, поставлены просто совершенно охренительно. Вот, я надеюсь, что в этой второй серии первого взгляда я все-таки надеюсь пошупать непосредственный геймплей. Район военной базы Тхикелия, Кипр. Ой, года-то какие, ёптель. Я еще не родился тогда. Я через год только рожусь. Рожду. Блять, как сказать-то? Давай, Снейк, приходи в себя. Че это? А, это мы на крыше лежим, ё. Бедолага. Сколько же он всего вынес. Да. А вертолетик-то не отпускает меня. Ой, ёпта, опять эта курица, блин. Да чё за хуедристика происходит, ёпта мать. Уже вторую серию подряд. Давай, сжигай нахрен этот вертолет. Ох, нифига. Я реально пока вообще не вкуриваю, что происходит в игре. Опять. О-о-о, все. Единороги огненные. Что-то совсем тяжко с мозгом-то у главного героя, я как посмотрю. Ёб твою! Ты еще кто такой? Да? Слабо верится. Ну ладно. Да залезай ты, ёпта. Что-то будет лясы тащить, блин. Пошел ты. Это совсем уже, ребят. Знаете, ох, мать. Это еще бледина стреляет там хорошо так. Давай. Речи. И, блядь. Пошел ты. Да я заметил, что я беззащитен во время перезарядки. Патронов как-то зело маловато осталось. Как успеть? Где это сволочь? О, бежит. Пошел ты нахрен. Бля, что происходит вообще? Я ничего не знаю. Никак не уймется. Да, уж. Пошел ты в задницу. Ой, блядь. Да-да-да. Заряжайся нахрен, пока он, блин, там лясы точит. А что будем делать, когда патроны закончатся? Да я с удовольствием. Где он тут? А, вот. Ой. Охренеть, я не жить.
Да, походу попал. Ой, блядь, не, ни хрена он не отстал, ёпта. Твою мать. Слушай, уважаемый, ты бы это самое. Просто. Угу, приехали, блядь. У меня последний патрон. А дальше мне, походу. Как я его задержу? Чем, блядь? А, выбрались? Круто, как. Етить! Пиздец. Да, такого дурдома я давненько в играх не видел. Я пока не очень понимаю, как вот все происходящее сочетается с, блять, с заявленным жанром стелс и все такое. То есть, не, ну стелс так-то был, но, блин. Пока что все очень линейно. Я жду все-таки, чтобы уже по открытому миру что-то поделать. Потому что, ну, блин, сколько можно-то в конце-то концов, ёпт. Все что-то линейное. Наконец-то я завершил пролог, ёпта. Что значит позывной, блядь, цыпленок? Ах ты, сука. Текущий героизм, блядь. Ну что, поехали. Может быть, в первой главе откроются нам глубины МГСа, ёпта. А я пока водички глотну, пока Снейк вылезает со своим протезом, блин. Мать твою за ногу, опять. Слушай, чувиха, ты достала в натуре. Кто ты такая, мать твою? Что это за уедина, блин? Это какой-то всадник апокалипсиса, сука. Как его? В огне-то был. Война, по-моему, да? О, титры пошли. То есть это самое начало игры, да? Вы мне хотите сказать? Да, но по прологу, конечно, товарищ Хидео Кодзима наворотил. Ёпта. Что будет дальше, мне даже страшно представить, блин. Name's Ursula. Здорово. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Я нет. Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. Да. И ад тоже следует за нами, блядь. You'll have to join up with Miller. Build that private army. One more time. It's your only chance. Ну, типа договорились. Ты меня спас как-никак, уважаемый. First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan. Еще лучше 80-е. Афганистан. Вообще классно. What, can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Three days they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. То есть у меня задание спасти бывшего напарника.
Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Сколько он нынче по дешевке стоил? Won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Да, ну и в принципе, как в первом ролике, я повторюсь, не надо в комментах писать, что я ни хрена не разбираюсь в истории МГС, потому что я не играл ни в одну часть, вот. То есть это первое. Ну, первый, точнее, был пролог этот Ground Zero, который выходил в прошлом декабре. Вот, ну и вот это. Собственно, полная игра. Ой, бля. Давайте что-нибудь дневное. Глава первая, месть. Потому что, как бы, две серии ночи, это не есть айс. Блин, как этот фильм был, в котором вот перемещение героев было вот отмечено на карте именно, точнее, отмечалось на карте именно так. Не помню, кстати. А что он с моей рукой-то сделал? О, протезик, ёпта. Тут же Deus Ex какой-то, блин. Ну, какой же крутой герой не курит сигару, пусть и электронную. Да, ну конечно, визуальная составляющая игры просто совершенно офигительная. Что? Зачем мне кассет? А чтобы переместить камеры влево или вправо... Ага, во, из-за плеча или от третьего лица нажмите В. Это, кстати, ценный совет, а то я... Эпизод первый, фантомные конечности, ёптель. А то я что-то уже еще в прологе лажал вот в этом плане переключение с этого самого, с одного плеча на другое. Ну и, конечно, вы не придумали ничего лучше, чем отправиться в путь в песчаную бурю. Что даже, блядь... Ну так. Чё, опять против российских солдат, точнее советских? Будем драться. Чё? Да я очень как бы на это надеюсь. Чё, кто? Шалашаска. Ёб твою мать. Твои имена-то, блин. Паразит юнит. А, череп, это же этот самый, который в прологе был. Ёма народ. Да, братцы, игры, конечно, вплотную уже приближаются просто к фотореализму. Совершенно охренительно. Ясное дело.
Ага, хороший разогрев на советскую базу проникнуть. Казухира Миллер is being held in Darwin Day. Ох, ёлки-палки. Check its location now. Take out your eye drone. Так, табом. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. То есть мы вот здесь. Надо попасть вот сюда. Еще по дороге. Так, shift сброс координат. Найдите и спасите. Инскоп. See the village? Straight ahead. Ну. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Ага, то есть он будет подсказывать, да? Ну. Ну, я нажал. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewan Dehan. You may be able to pick так, the trail. Миллер, я так понимаю, вот на том, на желтом маркере. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Ой. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Can't have much left in him. I give him 3 days tops. Ну, я думаю, за 3-то дня справимся. We lose our chance of revenge. But we need more intel. А то я так-то не очень люблю стелс на время, блин. You'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. Теперь ты сам по себе. А я пошел. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you. And return as big boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Mm-hmm. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. Чё-то, кстати, в отличие от Снейка, вот этот персонаж прорисован не очень хорошо. Или мне просто так кажется, я не знаю. Да. And you're his only hope of getting them back. Ah. Now go. Let the legend come back to life. Ну пойдем возвращать легенду. Ох, мать честная. Чуть, понимаешь, мне не растоптал эту самую меня. Ух, ёлки. Ха-ха-ха, еще, кстати, лошадь так движется. Так, а как мне, допустим, спешиться? Спасибо, блядь, просто. Ой, мать твою, так. Благодарю, блин. Так, хорошо, но слезть, я так понимаю, Е, скорее всего, да, точно. Ну чё? Так, осмотрим местность, пожалуй, а то, блин, сейчас какая-нибудь... Опа. Типа блокпост некий. Так, а лошадь, кстати, её как-то вызвать можно или... Или хрен там плавал? Один раз и все, блин. Так, ну что, здесь, в принципе, как сказал этот самый Оцелот, надо аккуратненько разведывать местность.
Там, ну, Что за отмет? Да, это понятно. Вот это что ли блокпост? А, о. Да бляха муха. И что, он здесь один что ли? В гордом одиночестве стоит. Там помощи. Что? А, вот, то есть я еще могу привлечь внимание. Так, а что у меня за оружие? Это ж... Так, основное оружие. Глушительную, ясное дело. Однозарядный пистолет с транквилизатором. Обездвижить цели. Все, я понял. Лучше пока вот эту взять. Да, но я так понимаю, что здесь, в принципе... полностью открытое пространство, и то есть каким образом я подойду к той или иной цели зависит только от меня, что ли? Потому что, ну, других вариантов я особливо так не наблюдаю. О-о-о. Не показался ли то, или там кто-то ходил. Или, блять. Ну, как я, в принципе, неоднократно говорил, что вообще записывать стелс я не очень люблю, потому что, ну, знаете, такая очень вдумчивый жанр и... Так, а я не вижу врага-то, ёпт. Как оставаться незаметным? Противники могут обнаружить вас визуально или по звуку. Чем ниже положение тела и скорость движения, тем сложнее. Угу. Не видим состояние, в котором режим невидимости. Даже если принять соответствующего значка и нажмите кнопку действия. О, как, блять. В мусорных баках можно прятать трупы противников. Хо-хо-хо-хо, больно. Нифига себе. Да, да здесь-то я так должен сказать, что здесь, в общем-то, стелс-то весьма и весьма глубокий, потому что, кстати, в большинстве, ну, не то, что, знаете, там всех современных игр, но в большинстве вот своем, блять, пошла нахуй, в большинстве своем стелс-игры, они как-то, ну, не знаю, как-то очень уж примитивный стелс. Вот из последнего, что я играл, как бы игра, которая себя позиционировала как стелс, это, блин, это сам, ну, точнее, с элементами стелса, это был этот, как его, Battlefield Hardline, но это, честно вам скажу, это, что это было? Блядь, главное, чтобы этот урод не пошел. Что это такое? Так, я вот еще могу совсем аккуратненько красться. Эй. Ну, конечно, да. Советские солдаты самые плохие. Так, и что? Ёпта, ёпта! Так, чё? А. Выкладывай. Ну так, нет, я-то понял. Отлично. Ну так я и так...
Чё ты, блядь, не понимаешь? Understanding a language and being able to interpret from that language for somebody else are two different things. Juggling languages at a rapid fire pace is more difficult than you might think. So, in other words, while I do speak Russian, don't expect me to do your interpreting. Оригинально. Ну и что ты мне предлагаешь делать, если... Блять, что это значит? Что это значит? Так. Не, ну в таком случае, если он... Че, убить его, не убивать? Так чисто. Придушить слеганца. Логично, ёптель. Это, блин, первый, наверное, закон вообще каких-либо стелс-игр любых. Потому что, блин, че-че-че? А, сюда нельзя его. Можно его спрятать в сортир. Посиди на очки, ёпта. Нормально, пусть посидит, погадит. Ой, ёпта. А почему я тебя не лицезрел ранее? Блять. Так, ну одного я вижу, блин, но здесь... Странно, что на вышке, кстати, никого нету, потому что вообще. Ну как бы. На вышке-то, в общем-то, и должны быть патрули какие-то. Потому что иначе что это, блядь, за. Так, ну. Блин, а как мне их допрашивать, если я ни хрена не понимаю, что они говорят? Потому что с верхотуры я тут. Ну, что я смогу сделать с верхотуры? С верхотуры только осмотреть окре... О! Вот это, кстати. Да ёб твою мать! В смысле? Куда? Ты чё, ебанутый? А, вот в чем дело. Совсем ебанутый. Так. Ну, здесь ни хрена. В общем-то... И, в общем-то, в ближайшее время я чувствую, что здесь никого не предвидится. Мне какую-то как вкаточная миссия, что ли, какая-то, или что? Или это уже с понтом... Тихо. Блять, только не оборачивайся, урод. Только не оборачивайся, блять. А то знаю я тебя. Сейчас как обернется. Тихо, блядь. Так, ну чё... Я тебе сообщу. А, вот. На главную базу тоже понять, что говорят советские солдаты. В этом случае на допросах ты будешь просто терять время. Ну, понятно. В общем, короче, этого гражданина тоже, в общем-то, можно вырубать, потому что... Что за попадание в голову? А, я захватил пост. Ух ты. А чё мне это дало? Ну, захватил я пост. И чё? Так, куда бы мне тебя аккуратненько так заныкать, чтобы ты, блядь, возлегал, отдыхал и все такое. Полежи пока здесь, я пока осмотрюсь, блин. А то мало ли чё, прибегут откуда не ждали. Да, ну, наконец-то геймплей пошел. Вот. А, я думаю, что долго... Ёб твою, нифига он. Как он зашел-то? Основное оружие. О. А нахрена мне металл? И что они мне дают? Может быть, начнем их собирать? Ну, давай начнем. Ой, я в окно могу влезть? Хо-хо-хо, блядь. Радуюсь, это самое, как ребенок, блин, всяким этим таким вещам. Что это такое? Оглушен. А это что за херня? Что за значок вот этот? А, это типа захвачен пост. Блок пост, блять. Так, ну здесь вроде никого.
Я вообще собирался вот на ту. За лошадью спрячешься? Это как? Как пригнуться в седле? Ага, нажмите кнопку смены положения тела С. Ёпта. Нифига, блин, здесь вообще возможности, ёпта. Я, честно, хренею, не. Логично, что в темноте я смогу прятаться лучше, чем на свету. Хибарки здесь стоят, я так понимаю, что просто так, да? Ну что, марш-бросок? Тихо-тихо-тихо-тихо. Это что такое? А, это просто какая-то... Просто какая-то железяка. Во, во, вот теперь. Да уж наверняка вот. В частности, я думаю, что отсюда можно неплохо забраться, чтобы осмотреться. Здесь-то, блядь, никого. Что? Что это? А. Спрыгнуть. Да нах. Ёпта! Да, братцы, игра-то, конечно, явно с таким заделом, чтобы в ней прям сидеть и подолгу задрачиваться. Где? Параболическая антенна? А, вот это что? Это как мне его снять, допустим? Ау. Да, пф. И чё? Оригинально буквы меняются сами по себе, бля. О, еще один. Ни хрена. Вас там, братцы, кролики. Так, с этой стороны, в принципе, можно очень... хорошо туда подойти. Надеюсь, что там никого не будет. Тихо. Тихо, бля! А то, как говорится, засекут. Сволочи, блядь. С такими, блин, звуками. Не, ну здесь, кстати, вот очень круто. Я вот когда, допустим, играл в Ground Zeroes, здесь очень круто сделана именно вот эта тема, что когда враг слышит, допустим, слышит твое передвижение, он как бы реагирует. То есть в том смысле, что не просто, знаете, как в разных играх, допустим, стелс, да, есть такая хрень, что когда, ну, там, краем глаз тебя кто-то там увидел, ты можешь совершенно спокойно там куда-то в тень свалить, и враги такие типа, а чё, а да мне показалось. Здесь вот как раз наоборот, здесь вот если они тебя даже краем глаза увидели, они пойдут проверять. По крайней мере, вот в Ground Zeroes так было. Здесь не знаю, но я надеюсь, что здесь, в общем-то, так же, потому что да ёпта. Вот единственное, я не очень понял, как тут с укрытиями быть. Ага. Бляха-муха. Так, ну здесь что-то говорили, что их здесь много. Но пока я лицезрею только двух засранцев. Мне бы вообще как-нибудь на крышу бы забраться. Блядь, да. На крышу и прям под этот самый, под прожектор. Это я, конечно, гениален, блядь. Так. За этой вывеской-то я заныкался. А хули толку? Есть, конечно, сюда он не будет светить. Ну, в общем, я понял, в общем. И я думаю, что вы все поняли.
что тут вся игра так и будет заключаться именно вот в разведывании местности, аккуратненько подкрасться и все дела. Ну, еще одного засек. Так. Здесь никого вроде. Потому что... Ну, в принципе, так и должно быть. Потому что все-таки жанр-то подразумевает именно вдумчивое и аккуратное прохождение. Здесь, конечно, можно достать винтовку и пойти крошить всех налево-направо, но лично я в этой игре такого делать не собираюсь, потому что, блин, ну, это неинтересно, я не знаю. То есть, если как бы ты проходишь парашу стелс, то я думаю, что стелс в таком случае вообще не твой жанр совершенно, потому что как бы этот жанр и подразумевает то, что ты должен проходить все аккуратно. А если ты тупо рашишь, не знаю. О, что это такое? А биоматериал нахуя мне? Кто? Где? Пока я врага не вижу, но пока я, блядь, вообще ничего не вижу, если честно. Да ёпта. Ура. Оп. Аккуратненько. Нет, висеть мы здесь не будем, пожалуй. О. Здесь еще и так можно сделать. Ёпта. Это офигительно. Мне нравится. Очень нравится, на самом деле. Вот, ну, знаете, я думаю, что на этом можно, наверное, закончить, потому что, в общем-то, далее здесь нужно играть аккуратненько, скрытненько и все такое. А записывать, как я уже говорил, стелс, мне кажется, что вообще не очень интересно, потому что просто смотреть это со стороны, мне кажется, неинтересно. Все-таки стелс такой жанр, в который интересно играть самому. Блять, слово интересно просто сейчас было произнесено какое-то неебическое, эпическое количество раз. Тихо, блядь. Тихо, нахо. О. Это что за херня? Это Йенто прожектор. А, и здесь, кстати, если прожектор, допустим, раздолбать, то враги придут проверить, что за херня, почему прожектор раздолбан. Что вообще, блин, офигительно, потому что... Бляха-муха, он с таким грохотом заходит, нельзя как-то аккуратнее здесь заходить в двери, потому что, ну, с такими звуками тут далеко-то, блядь... Точнее, недолго оказаться в полнейшей заднице, блин. Что засекут, как пить дать. Как выпить дать. Там наверху никого. А кроме вот этого существа. А, вот, так что... Твою-то мать, нихуя я вылез, бля. Вот, так что я думаю, что на этом имеет смысл закончить. Сейчас я попытаюсь аккуратненько снять вот этого вот гражданина. Вроде тут больше никого. Издалека-то так уж по сути не должны меня засечь. Тихо. Тихо, блядь. То, что ли, не понимаешь? По-русски говори, на тебе по-русски, бля. По-русски нахуй отдохни. Да, вот, кстати, даже вроде, казалось бы, да, ну, совсем слегка бегом двигался, и все равно, блядь, то есть услышал. Блин, не знаю, в общем, короче, пока я в нереальном восторге вообще от этой игры. Посмотрим, что будет дальше. Ну, а с вами прощаюсь, как говорится... Йоу, Пиксель, все дела, что-нибудь нажимайте, что-нибудь напишите там в комментах и так далее. Вот, и всем пока, до новых встреч в других играх.